Долгосрочная стратегия. Сегодня члены правительства республики рассмотрели паспорта приоритетных проектов. О целях и задачах сюжет Дмитрия Ковалева. Стратегия развития страны определена. В ближайшие годы предстоит реализовать 12 национальных проектов во главе угла благополучия жителей. Такую задачу поставил президент России. Руководством страны определены конкретные цели, задачи и целевые показатели по каждому из 12 национальных проектов, разрабатываемых в рамках реализации майского указа. По отдельным уже направлениям решения приняты. Все они направлены на повышение качества жизни и благосостояния граждан, снижение бедности и неравенства, повышение качества и доступности здравоохранения и образования, создание условий для занятий физкультурой и спортом, создание современной инфраструктуры. Приоритетные проекты стартуют и в республике. На их реализацию, по прогнозам, необходимо направить более 240 миллиардов рублей. В федеральном центре инициативы региона поддерживают. До конца года в местный бюджет поступит еще 120 миллионов, отметил Михаил Игнатьев, подводя итоги командировки в Москву. Я обсудил конкретные меры по развитию нашей республики. Мы понимание находили и находим. 16 миллиардов распределено было на 37 регионов. Эти суммы мы направим на оснащение, прежде всего, оборудования, мастерских, классов, учебных классов. Прежде всего, по направлению среднего профессионального образования. У каждого регионального проекта своя дорожная карта. Один из приоритетов – демографическая политика. Ожидаемая продолжительность здорового образа жизни до 67 лет, увеличение суммарного коэффициента рождаемости 1,7, увеличение доли граждан, занимающихся спортом, 55%. Долголетие жителей во многом зависит от того, как будет развиваться медицина. В республике делают ставку на профилактику и первичную помощь. Для активного раннего выявления заболеваний у сельских жителей будет приобретено в следующем году 18 мобильных комплексов для каждого района республики. В этом году мы закупили 5 передвижных ФАПов. В декабре месяце идет поставка одного маммограф. Самые дорогостоящие проекты – это борьба с онкологическим заболеванием. На него будет направлено 7,2 миллиарда рублей. И цифровой контур – 1,5 миллиарда рублей. В приоритете и доступное жилье. Спрос на квартиры должен повыситься после снижения ставки по ипотеке до 8%. Продолжится и реализация программ по ликвидации аварийного жилфонда. А всего на реализацию мероприятий планируется направить 1 миллиард 185 миллионов рублей, в том числе средства фонда содействия реформирования ЖКХ, 1 миллиард 173 консолидированный бюджет Чувашской республики, 11,8 миллионов рублей. Необходимо отметить, что целевой индикатор устанавливается по переселению не менее 29 320 квадратных метров жилья. Среди приоритетных задач – строительство безопасных и качественных дорог, развитие малого бизнеса, цифровизация экономики. Паспорта региональных проектов должны быть согласованы в федеральном центре. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика.